Друзья, здравствуйте! С вами Александра Кайгородцева, канал «Секреты загородной жизни». И сегодня по плану у нас снова благоустройство вот такой территории. Здесь мы решили сделать еще несколько грядок, но не пропадать же земле. Был вариант сначала все замостить и ставить здесь контейнеры с летниками, но потом переиграли. Наверное, грядки будут все-таки более полезны. Ну и что мы делаем сейчас? Сейчас снимаем верхний слой грунта, убираем сорняки. Необходимо будет выровнять все, потому что вот здесь грунта больше. Плюс ко всему, надо будет доделать еще ряд плитки, доложить. Ну, идут пока подготовительные работы. Вот таким образом. Мы долго не могли решить, из какого же материала делать грядки. Те грядки, которые есть сейчас на нашем участке, они сделаны из старых досок, когда мы разбирали часть теплиц рабочих. Многие доски даже не обработаны, ну и, естественно, они быстро пришли в негодность. Какие варианты мы рассматривали? Мы смотрели лиственницу, просто доски, хорошо их тщательно обработать, и готовые сборные грядки, но цена космическая. Посоветовались мы с коллегой и пришли вот к такому решению. Металлический сайдинг будем использовать. Как будем собирать, покажу. Первый каркас почти готов. Основа из профиля. Все выставили по уровню. Соединили между собой. И в середине тоже для того, чтобы металл не гулял, грядка наша не разваливалась, поставили вот такие подпорки, наверное, да. Плюс ко всему отметили здесь маркером, чтобы нечаянно не попасть лопатой, не встать ногой. Ну, всего на грядку подпорок таких 3. Снаружи закрыто металлосайдингом. Здесь у нас уголки. Будет ли здесь закрыто, пока не знаю. Ну, вот такой вариант получается. И сейчас я думаю, что можно будет скоро уже заполнять эту грядку грунтом. Одна гряда уже готова, и можно начинать выставлять растения и высаживать их. Я очень хотела, чтобы на этом участке росло много пионов. И тоже долго выбирала, будет это один сорт или несколько. У нас в наличии 3 сорта. Вот это рубиново-красный, уже достаточно большой, практически весь с листвой. Коралловый тоже красавец, уже должен в этом году цвести. Но я выбрала классический розовый. Это Сара Бернар. Почему? Ну, во-первых, в саду у нас преобладает все-таки розовый цвет. В моем саду, в нашем саду. И Сара Бернар будет замечательно сочетаться с другими растениями, которые я подобрала. Сейчас вам их покажу. В садовом центре я взяла декоративную яблоньку Royalty с красным листом, с розовыми цветами. В этом году уже должен быть цвет. И взяла для подбивки пионов спирею японскую Little Princess с зеленой листвой и розовыми цветочками. Пойдемте посмотрим, что получилось. На заднем плане декоративная яблоня. Для того, чтобы как раз в том углу было, во-первых, закрыть забор, во-вторых, чтобы было красивое такое цветовое пятно, особенно во время цветения. Ну и здесь пионы с левой стороны, справа спирея японская. Пионы стоят пошире, 80 сантиметров, а спирея на расстоянии 55. Можно было бы еще чуть шире, но я хочу, может быть, в этом году, ну или в следующем, получить плотную невысокую изгородь, которая полностью сомкнется, поэтому я расставляю достаточно плотно. Ну и, естественно, мне спиреи не хватило, тем более я вот здесь еще продолжила около яблони. Поэтому мне придется сейчас доехать до садового центра и докупить спирею вот на вторую часть этого участка. В этой части посадки закончены. Жаль, что пионы совсем крошечки, торчат только носики из грунта, но дело это поправимое.
Очень хочется добавить цвета, точнее первоцветов, и я решила выбрать самый беспроигрышный и беспроблемный вариант, это мускари. Выкопала две куртинки и сейчас вот в приствольном кругу яблони их рассажу. Предварительно все поделю, так они размножаются еще быстрее. И на следующий год тут будет целая синяя полянка, синее пятнышко. Ну и мир у нас, как всегда, ходит и все контролирует. Мускари разделила и рассадила. Получилось, мне кажется, хорошо. И теперь я пойду за мульчой и все это закрою, чтобы почва не перегревалась, не пересыхала и не нужно было, ну, практически не нужно было полоть. У нас в очередной раз за день прошел дождь, а я скаталась до садового центра и добрала недостающие растения. И когда я туда приезжала в первый раз, я присмотрела вот это вот растение. Давайте посмотрим название. Мерикария лисохвостная. Я видела, как этот кустарник цветет, когда он уже во взрослом состоянии. И я его взяла. Я понимаю, что со временем ему здесь станет тесно. То есть вот эта спирея, наверное, тут явно будет не на месте. Но взяла. Вот и сейчас присматриваю. Все-таки посадить, не посадить. Потому что хочется какой-то сюда акцент сделать. А теперь хочу ответить на два вопроса, которые наверняка у вас возникли после просмотра этого видео. Это вопрос по уголкам. Как же быть с ними? Что сделать, чтобы они не были травматичными. Ну вот сейчас мы подпилили все это болгаркой и надо бы еще зашкурить, потому что края остаются острыми. То есть это вот, да, это минус, который надо продумать, как решить. И то есть если этот вопрос решить, то в принципе вот такие грядки получаются, ну, классными, удобными и экономичными. Но над этим мы поработаем уже завтра. Рабочий день на сегодня закончен. Наш помощник ушел отдыхать. Ну а теперь второй вопрос, который тоже очень часто возникает у зрителей моих каналов. Почему же все в грядках? И вот, казалось бы, грядки, да, сажаю сюда овощи, ягоды, но я сделала эту часть декоративной. Почему? Ну, потому что эта грядка примыкает к дому и хочется огород как-то немножко отделить, и мне кажется, вот такой вариант неплохой. Ну, а в целом, почему же у нас везде грядки, даже там, где вот там вдали виднеется плодовый сад, там тоже они, потому что после стройки здесь не было совершенно никакого плодородного грунта. Здесь скала, дресва, и в любом случае, чтобы что-то посадить, приходилось грунт завозить, но так как осваивался участок, ну, понемножку, то есть там 4, 6, 10 грядок в год, то получилось вот как раз все закрыто у нас грядками. Но над этим вопросом мы будем работать в ближайшие годы. Видите, грядки деревянные, многие из них уже все отказываются служить нам дальше, поэтому в этом, может быть, в следующем сезоне все будем менять на металлические. И вот этот первый ряд, он останется декоративным. Здесь на данный момент у меня растут гортензии. Их пока вот практически не видно. Только-только просыпаются почки. И сейчас здесь разные сорта. Я думаю, что заменю все на один, чтобы было все более лаконично. То есть вдоль вот всего вот этого пространства один сорт гортензии. Ну, а там получается один сорт спирей, один сорт пионов. Ну вот, такая история. Работы у нас много. Нам еще предстоит по благоустройству. А здесь тоже планируется. Вот здесь была самая низкая часть. Ну, газону, естественно, хватило 10 сантиметров грунта, может быть, даже меньше. А вот плодовым деревьям этого было явно мало. Поэтому мы грунт досыпали. Но так как мне хотелось посадить что-то еще, вот у меня здесь в промежутках растут дельфиниумы, то опять же получились грядки. Но вот как только эти грядки начнут разваливаться, думаю, что еще через пару лет здесь как раз будет единая площадка. Ну, наверное, тоже будем все засевать или травкой, ну, может быть, мульчо оставим, посмотрим. То есть уберем многолетники, уберем борта вот эти вот все, и будет просто плодовый сад. Надеюсь, что к тому времени и сад-то, в принципе, подрастет. Потому что пока как-то, ну так, ни шатка, ни валка. Часть деревьев у меня вообще в этом году выпали, съели их мыши. Пришлось докупать новые. Вот такая сборная солянка получилась в этом выпуске. Начали с металлических грядок, закончили полностью огородом. Ну вот, получилось то, что получилось. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего доброго. До скорых встреч.